Да вы похуй, что доставка большая, вы понимаете. Эти моменты интересны. Так, между сидик будешь брить? Естественно, а у тебя есть волосы, давай эпиляцию сделаем. А сейчас самый интересный момент наступает. Погнали. Все, блядь, назад пути нет, блядь. Окей. Так, короче, господа, если интересно, наблюдаю. Я не могу музыку включить, она как нельзя установить на бокс, да? Даже там сейчас не залипали, короче, да? Свинь! Такое лицо поищи. Займись делом пока что, пожалуйста, нет? Возьми девочек каких-нибудь хороших найди. Чтоб не тратить время. Вот я пока у полчаса постригу. Да, я знаю, что там немножко машину заправить. Да, нормально, нормально. Где эта щетка, блядь? Так, а что там пишут? Еще. Боже мой. Радиацию, все такое. Не задавайте тупых вопросов, пожалуйста. Лучше правильные какие-то вопросы. Где вы нашли? Радикар.